белый гриб. Только зашла в лес. Сыроежки, сыроежки. И вот он. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень красивый. Тверденький. Ну, наверное, не чистенький. Жалко портить такого молодца. Вот только зашла в лес. Думаю, хоть сыроежки буду брать, что ли. Как показать? Вот так. Вот. Ну, беляш, конечно. Вот он белый, конечно, немножко. Есть в нем дырочки, но я не буду его резать. Такой гриб. Изумительно красивый. Пускай он будет украшением моей корзины. Вдруг он будет единственным. Лес такой тут лиственный. Береза, осина, рябина, орешник. Как бы очень все перспективно. Пойду поброжу. Вот я вижу еще один грибочек. Тут прям борщевик. Вот опушка леса. Борщевики тут огромные, прям лопухи. И вот он. Сидит. Красавец. Белками обглоданный. И кем-то даже обкаканный. Красавчик. Так что так, буду за мышами доедать. Или за белками. Не знаю, кто его грыз. Так. Смотрим дальше. Беляши, выходи. Иду вглубь леса. Тут дальше еловые посадки. Надеюсь найти еловых белых. Смотрите, сколько груздей. Не знаю, что это, перечные или скрипухи. Видите, какие огромные. Вот. Неважно. Смотрите, что стоит. Сейчас сделаю фоточку. Вот. Я такого давно не встречала вообще. Пока примерялась делать фотку, тут вокруг ползала. Тут бревно. Такое березовое. Еще торчит беляшек. Ой. Там какая-то целая нора. Вот он. Мамочки. Вот это повезло. Блин, не могу. А вот это вот. Чудо чудное. С одного места. Ай, как жалко, старенький. Ладно, ты останешься, конечно. Вот. О, красота. Вот так. Скроем твои раны боевые. Так, в молодом, конечно, тут все частично съедена нога. Вот. Видите? Видите? Вот он. Так, вон еще один вижу. Смотри, Наташа, под ноги внимательно. Не наступи. Вот это да.
Да. Вон еще старичок. Блин. Вот. Четыре. С одной полянки. Но быстрее всего они еще есть. Просто я не очень внимательный человек. Могу их просто не увидеть. Грибы. Вот, по-моему, еще. Угу. Еще. Какой он старый. Блин, блинский, жалко. Так он же чистый. Ничего ты не старый. Ты хороший. Пойдем со мной. Так. Вот я вижу еще. Мама, спасите меня. Вот еще. Вот еще. Блин, я не могу. Так. Вот это да. Правда, это похоже старичок, но ничего. Сейчас разберемся. Вот это да. Вот серо-розовые. Обожаю их. Наравне с белыми по вкусовым качествам. Да, сезон только-только начинается. Обалдеть. Пошла собирать. Сейчас соберу в кучку, покажу. Это не снимать просто невозможно. Смотрите, какой. Я их, конечно, пока не чикаю, но ножка твердая. Аромат стоит такой, что просто с ума сойти. Вот перед этим. Эти были первые. Я уже не помню, где какой был. По-моему, только что вот этот сорвала. Смотрите, какой. Обалденный. Ноги длинные. Видите, у нас тут почва глинистая. На улице жара, сушь. А вот глина держит влагу. Смотрите, какой. Тоже ножки тверденькие. Шляпки изумительные просто. Кустиком. Так. Сейчас. Вот еще двое. Видите, какой. Они вот только-только повылазили. Вчера, сегодня. У меня как раз два выходных. Старичок. Оставляем белкам. Так. Этот, наверное, тоже. Да, этот совсем пускай стоит. Так, и маремухи. Тоже забрать. Вот, просто бревнышко. Перешагиваю. А тут раз-два. Видите? Вылетите это. Липучечек. Еще один.
Видите, какая нога? Крючок. Такой подарок за безгрибное начало лета. Ой. Вот оно, счастье грибника. Вот. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать белых грибочков с одного места. В этом лесочке я не была с позапрошлого года. Здесь очень подосиновиковое место. Вот. Вот первый в этом году в этом лесу подосиновик. Какие они все-таки красивые. Вот. Сейчас еще один тут увидела. Маленький-маленький. Манюня-манюня. Такая манюнечка. Прям игрушечка. Жалко рвать. Совсем маленький, вот, как полпальца. Пускай, наверное, растет. Вот, больше не видно. Тут подосиновик в хороший год. Сплошняком растут. Видите, что встретилось мне? Я просто в шоке. Я просто в шоке. Это похоже уже еловый. Вот тут еловые посадки начинаются. Еловая часть леса. Вот. А там береза, осина, орешник. Это супер место. Здесь просто изумительно богатый лес. В прошлом году у меня не было возможности сюда приезжать. Зато в этом году. Да, эти, конечно, гнилые насквозь. Пускай сидят. Вот это вот. Какое чудо. Неужели он в червяках? Конечно, красивый-красивый, но сейчас будем зырить. Сейчас проверю сразу. Не-а. Чистая нога. Но это ни о чем не говорит, если нога чистая, к сожалению. Ой, а как все красиво начиналось. Вот так и в жизни. Ну ладно, хоть часть ноги заберу. Какой аромат, обалдеть. Так, перспективно, заманчиво, иду дальше. А вот встретился редчайший гриб последних двух лет. Называется подберезовик. Вот он. Все уже забыли, как они выглядят. А вот рядом его брат. А вот, кстати, встретился мне тут же в моем любимом лесочке гриб-баран. Не встречала его в Московской области ни разу вообще. В Тульской области встречала. И в Калужской встречала пару лет назад. Вот. Он краснокнижный. И брать его нельзя. Ну, так растет. Курчавенький такой красавчик. Переехала я в другое место. Здесь тоже я пару лет назад собирала. Ого, это вытащила. Корень. Вот. Вот он какой. Белый гриб. Замечательный.
Картина оставила в машине. Тут у меня какая-то коробка для помидоров когда-то брала. Так, вот еще стоит. Красавец. Здесь травы побольше. Грибы, соответственно, будут немножко по-другому расти. Вот. Привет! Так, вот такие они на срезе. Несколько дырочек, но ничего. Вот, дальше чистый. Все, ура-ура. Пойду, поброжу. Вот, сегодня у меня лиственный лес. Очень мало здесь елок. Вот, что хочется показать. Я встретила лисички. Их тут обычно много. Но сейчас август. Как бы они то ли отошли, то ли их и не было тут из-за засухи. Потому что я здесь в этом году еще не была. Вот, они только лезут. Вот. Где я только что видела? Вот. Видите? Дожди у нас были. Уже не помню когда. Неделю, наверное, назад. Ну так, не очень обильно. А сейчас опять жара и сушь. Лисичка вот полезла. Потому что, повторяюсь, земли у нас тут, почвы глинистые, влага задержалась. Вот. Лисички полезли потихоньку. А это ежовик даже. Малюсенький. Сразу и не узнать. Вот это лисичка. Вот. Однозначно. Это не тот лес, где я была в прошлый раз. Там сплошная ель. Вот здесь береза, осина, орешник. Такой лесок. Вот. Так что лисы здесь тоже полезли. На следующие выходные мои надо будет приехать. Если их, конечно, тут не соберут. Вижу. Очередной белый грибок. Вот он. Вот он. Как его снять-то? Было красиво. Ладно, белый гриб как не сними. Он с любого ракурса хорош. Смотрите, какой. Не могу. Так и хочется его прям куснуть до сбытка эмоций. Ой. Так, такая мне коробочка, чтобы все с собой не таскать, в машине оставила корзинки. Так, еще один. Он выглядит как старый подберезовик сверху. Потом его раз так берешь. А он не старый подберезовик, он молодой белый. Господи, какой класс. Ура-ура, пойдем дальше. А вот еще. А вот еще. Раз. Два-с. Ой, какие красавцы. Ой-ой-ой-ой. За что мне такое счастье? Ой. Похожи, я не знаю, на что они похожи. Они самодостаточны.
они даже чистые. Красавчики. Красавчики. Вот он стоит. Очередной шедевр. Его даже трогать жалко. Реально жалко трогать. Вот они растут на поверхности. Темная сеточка, темная бархатистая шляпка, коричневая, как будто бы слегка вишневая. Вот это такое вот чудесное чудо. Нога червивая, червивая. Опа. Ты был прекрасен. Но, увы, нам суждено расстаться. Я снова переехала. Тут у меня огромный кусок леса. Есть возможность ехать по полю. Собственно, чем я сейчас занимаюсь. Объезжаю свои угодья. Такого количества грибов в этих лесах у меня еще не было. Но повторюсь, я грибник еще с не очень большим стажем. Поэтому вот так. Вот еще один грибочек. Так, тут всякие сыроежки. Сыроежки я тоже собираю. Ну, такие небольшие. Вот. Вот еще одна шляпка торчит. О. Потому что вот здесь вот норка. Вот там норка. И мышка прям тут, не выходя далеко из своей норки, съела гриб. Хорошо, что не весь. Так что вот так. Продолжаю грабить мышей. Вот такие красавцы. И молодые, и пожилые. Ой, ты прекрасен, белый гриб. Тут сыроежковая поляна. Прям много их тут. Тут притаился такого же цвета почти. Грибочек беленький. Такой. Изумительной красоты гриб. Вообще. Ой, не могу. Какой классный. Вообще. Забрела в какую-то часть леса, ни разу тут не была. Такое бревно. Встретился вот такой огромный ТСЖ. Вот так. Я только отчеты читаю, что они встречаются. На моих местах нету. Вот теперь тоже есть. Надо запомнить это место. Хотя вряд ли, конечно, дорогу отсюда найти. Вот. Коробочка моя пополняется. Серо-розовых мухоморов нашла много-много. Классных, молодых.
Белые красавчики. Так что все, иду к машине. Устала, ног не чувствую. Часов 5 уже брожу. Пора домой. Вот такой у меня сегодня итог. Корзинка 12 литров серо-розовые мухоморы, лисички чуть-чуть и всякие разные сыроежки. Зеленые и розовые, и желтые. Много прям. Вот. И почти. Вот у меня корзина 20 литров. Ну, литров 15, наверное, белых грибов. Не ожидала вообще я такого сегодня счастья. Ну, вот так. Вот так получилось.